На крыльце городской администрации ивановские коммунисты устроили пикет. Они согласны они с тем вариантом бюджета, который утвердила Ивановская городская дума. По их мнению, этот финансовый документ принят с многочисленными нарушениями и является антисоциальным по своей сути, так как предусматривает сокращение средств на детский отдых, спорт и культуру. Но в то же время растут расходы на содержание администрации и зарплаты главы администрации, главы города. Этих людей мы не избирали по прямым выборам, они не участвовали, но зарплату принимают сами себе, повышают, когда хотят. Все основные расходы направлены на 2013 и 2015 год. Это года, когда в нашем городе проходят выборы.